каждого был свой лагерь. Ну, я ездил в лагерь Витязева на море. Я больше в интеллектуальных лагерях был, например, таких как Кванты и Заречья. Подготовка к экзаменам, она идет полным ходом, и мы планируем успешно сдать экзамены и поступить в университет, который сами желаем. Я работал, сейчас вот в университет нам приехали швейцарцы, наши гости, и мы для них проводим такую обзорную экскурсию по городу, знакомим их с Казанью, с жителями, то есть посетил много мест за это время. Угу. То есть для меня такое лето правильное проходит. Я учусь в Казанском федеральном университете. Я проводила свои каникулы за городом, забиралась на горы, также общалась со своими друзьями, но в целом проводила большую часть времени вне города. В июне я сдавала экзамены, вот, сдала их довольно-таки успешно, получила аттестат с отличием. В июле я была в Крыму, то есть весь месяц, получила массу положительных эмоций, впечатлений. Так как мне предстоит сдавать ЕГЭ, я читаю всякую литературу, которая мне требуется, методички там разные. Момент на факультет иностранных языков, КФУ наш.